Вы уверены, чтобы приготовить дома ресторанный чизкейк, нужно много времени и большой опыт? Но поверьте, с чизкейком из 4 ингредиентов по простому рецепту справится даже хозяйка, которая практически не умеет готовить. Вот как Наташа Кондратенко из проекта «Холостяк». Встречайте! Здравствуй, дорогая! Я знаю, что ты не умеешь готовить десерты. Очень сложно у меня получается готовить десерт, поэтому, возможно, сегодня получится. И вот, казалось бы, ну почему? Девушку, которая с выпечкой абсолютно не справляется, я пригласила для того, чтобы приготовить чизкейк. Чтобы проверить обещание, которое мне дала замечательный кулинар Екатерина Великая. Сегодня она среди моих гостей. Катя сказала, что есть у нее уникальный рецепт чизкейка, который может приготовить кто угодно. У меня есть разные подружки. Кто-то умеет готовить, кто-то не умеет. Мои рецепты называются рецепты от Кати Великой, разные уровни сложности. Поэтому я иногда придумываю простые рецепты. Хочется что-то свежее, все-таки мужа удивить там сладким к чаю. Но чтобы не стоять на кухне весь день, согласна. Правда же? А так эффектно, красиво, быстро. Наташенька, ну а тебе-то нужно это? Уметь готовить чизкейк? Конечно, нужно. Кого ты хочешь поразить? Ну, на данный момент в моей личной жизни все спокойно, и молодого человека нет, но мне кажется, что это бонус для любой женщины, умение готовить. Я думаю, она научится делать чизкейк, и сразу выйдет замуж, и нас пригласит на свадьбу. Проверим. Если у Наташи получится приготовить вкуснейший чизкейк по твоему рецепту, значит, твое слово закон в кулинарии. А если чизкейк получится невкусный, то угадай, кто его полностью съест целиком? Наташа? Нет. Ты! Это будет для тебя наказание. Наташенька, а ты будешь стараться или сделать так, чтобы мы все посмотрели, как Катя ест неудачный чизкейк? Конечно же, я хочу, чтобы у меня наконец-то получилось уже какое-то блюдо. Старайтесь, старайтесь. Потому что последний раз я готовила во время съемок телепроекта «Холостяк». Это как раз так совпало с нашим свиданием и знакомством с родителями нашего холостяка Иракли. И тогда, конечно, у меня не получилось приготовить хачапури. Оно подгорело, я расстроилась. Тогда начнем. Итак, всего 4 ингредиента. Притом очень-очень простых, которые, в принципе, в любом холодильнике можно найти. Нам понадобятся сливки, творог, яйца и белый шоколад. И все. А ты хоть что-то знаешь в этом рецепте? Или тебе нужно, чтобы каждый шаг Катя подсказывала? Ну, я думаю, что лучше каждый шаг подсказывать все-таки. Отделим белки от желтков. Наташ, ну а какие у тебя фирменные блюда? Люблю борщ готовить. Ну, друзья говорят, что получается. Какие-то салаты, блюда в духовке. Так, мы взбиваем в белки. Можем ли мы совместить это с каким-то еще процессом? Вообще, чизкейк, он делается со сливочного сыра. Да. Но стоит он дорого. Я все-таки решила придумать замену. Мы возьмем творог 600 грамм, взобьем его 200 грамм сливок и 3 желтка. Все это взобьем до однородной консистенции. Катя, откуда у тебя такой простой рецепт? У меня всегда муж очень любит вечером к чаю кушать сладенького. Я пробовала, убирала ингредиенты, добавляла, но очень-очень вкусно. А сливки жирные брать? Можно взять и 15% жирности. Здесь не надо, чтобы они были прям 30%. Все. Умничка. Наташа, не подведи. Благодаря нашей кухонной машине мы можем делать несколько процессов одновременно. Вот сейчас с помощью насадки венчик взобьем белки в пышную пену, а насадка кухонный комбайн справится с перемешиванием и измельчением ингредиентов до однородной консистенции. Одна ручка переключения скоростей, и мы наслаждаемся процессом, просто наблюдаем. Я думаю, уже достаточно. Пена есть уже. Есть. У меня муж моложе меня на 5 лет. И когда он решил меня знакомить с своими родителями, моя свекровь была категорически против. Но она пришла ко мне в гости, покушала у меня. И все, она теперь лучшая мне подруга. Вот так. Даже когда на мастер-шефе меня не поддерживала ни мама, ни муж, она говорит, я приду и поддержу. Вот прелесть. А мы еще говорим, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. К свекрови так, тоже можно так подобраться. Ты так и сделала. Да, да. Молодец, мудрая женщина Катя. Дальше. Есть. Теперь нам нужно растопить шоколад. Я открою один секрет, чтобы не ставить эти всякие водяные бани, мешать. Можно его поставить в микроволновку на 1,5 минуты, и все готово. Ну, давай. Но белый шоколад более капризный, чем черный. Здесь надо очень осторожно. Чтобы он не расслоился. Угу. Теперь соединить с творогом шоколад, а потом постепенно добавить белки, чтобы такая была воздушная консистенция. Так. Ну, смотри, как все идеально хорошо получается. Настолько воздушно. Смотри, какая масса. И творог же стоит дешевле, чем сливочный сыр. А экономная жена лучше, чем... Правда?
Даже если муж обеспечен. Ну ничего, можно на эти деньги купить туфли. Так, смешиваем с шоколадом. Шоколад. Так, есть. Наташенька, ну ты выглядишь прекрасно, замечательно, хотя сказала, что любишь булочки. А как же ты тогда сохраняешь стройность? Мне кажется, это, наверное, генетика. Тот случай, когда просто повезло. Ем очень много сладкого, булочек, но как-то не поправляюсь пока что. Ну ты чувствовала, что на проекте за это девчонки некоторые тебя недолюбливают и хотят вырывать тебе волосы? У нас все время девчонки шутили на эту тему, что я ем по ночам шоколадки и не толстею, наверное, я ведьма. А теперь ты еще и чизкейк будешь вот так вот ложкой прямо. Готовить и есть. Так, теперь нам нужно аккуратненько добавить белки. А духовку не надо разогревать? Ставим на 150 градусов. А пока можно смешать ложечкой. Такими движениями сверху. Аккуратненько. Вниз. Потому что белки могут упасть. А я пока приготовлю по чашечке кофе. Получилось? Надеюсь. Все отлично. Угощайся, пожалуйста. Нескафе Классик. Свежий вкус и аромат заряжает на свежее начало яркого дня. Но ты чувствуешь, что после проекта твоя жизнь как-то изменилась? Больше стало знакомых, друзей. Какой-то опыт, который, я думаю, пригодится в дальнейшем. И, конечно же, вот постараюсь быть хорошей хозяйкой. Ты будешь нежной, как этот чизкейк. Да. Я чувствую, он будет очень нежным и воздушным. Очень. Так. Кто что знает про водяную баню, Наташенька? Что у вас? Какие ассоциации? Ничего не знаю про водяную баню, поэтому научите. Мы берем противень. Значит, мы наливаем водичку. Многие думают, что водяная баня нужно прям в воду ставить. А это неправильно, потому что на самом деле нам нужно, чтобы образовывался пар. Так. И тогда все равномерно поднимается, и чизкейк получается воздушным. Мы используем кулинарное кольцо в качестве подставки. Если такого кольца нет, можно что? Чашку какую-то? Пиалочку поставить. Да, чтобы он не завалился. Да? Так. Так, теперь кольцо есть. Нам нужно нашу форму для запекания застелить пергаментной бумагой. Да, теперь мы в эту форму выливаем тесто, но только не надо до краев наливать, где-то половинку по высоте. Ох, тяжеленькое. Тяжелое? Разравниваем там все красиво. У нас как раз ты рассчитала порцию, да. Ты видишь, глаз алмаз, сижу тут и все вижу. Опыт. Так. И отправляем в духовочку. 40 минут духовки, разогретой до 150 градусов, на водяной бане проведет этот чизкейк. Прошло время, отведенное для приготовления чизкейка в духовке. По-моему, там что-то идеальное. Ну, вроде бы красивый. И он пахнет очень, как? Очень красивый. Но нам еще нужно красиво все украсить, потому что мой главный кулинарный принцип, чтобы когда ты увидел, влюбился, а когда попробовал, превзошло все ожидания. Поэтому еще красиво украсим его. Вот как раз этим мы и займемся, а потом попробуем. Я пока напомню, как мы готовили чизкейк из 4 ингредиентов. Возьмите яйца, творог, сливки и белый шоколад. Отделите желтки от белков, добавьте желтки в творог. Творог взбейте вместе с желтками и сливками в кухонном комбайне до однородной консистенции. Растопите белый шоколад, равномерно введите его в творожную массу. Белки взбейте в пышную пену и также смешайте их с творожной массой. Массу вылейте в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Выпекайте чизкейк в духовке на водяной бане при температуре 150 градусов в течение 40 минут. Остывший чизкейк перед подачей украсьте ягодами. Наташенька, меньше часа назад ты не верила, что приготовишь чизкейк. А теперь перед нами произведение кондитерского искусства. Но не будем радоваться Катеньку раньше времени, ведь он может оказаться невкусным. Иди к нам, сейчас будем все проверять. Ну, красота. Ты довольна? Печь – это ваше вообще. Да. Призвание. Буду теперь пробовать. Давай попробуем, каким же он получился. Так. Мне малинку. Малинку. Ой, волнуюсь. Катенька, вот боюсь, не получится. Мы сейчас надкусим свои кусочки. А если чизкейк невкусный? А мы же договорились, что ты весь съешь. Буду за вами доедать. Согласна на все. Изумительная консистенция. Ничего лишнего. Чизкейк без муки. И без лишнего жира. Форму держит. Ягодки украсили его. Ну что же, я хочу насладиться этим вкусом. Или... Вкусно? Я могу за... Давай сюда. Я проиграла. Да, я проиграла, забираю. Вкусно-вкусно. Я готова съесть весь. И очень легко готовить. Даже для меня. Настоящий ресторанный десерт, который дома так легко приготовить.
Извини, Катенька, что тебе не придется все это съесть. Наташа, я тебя поздравляю. Спасибо большое, Катя и Надюш, за то, что научили меня. Я уверена, что этот рецепт мне пригодится. Это будет первый десерт для моего будущего мужа. Опять мы все в выигрыше, потому что у нас есть такой замечательный десерт. Браво, спасибо огромное. Волшебный.